Sure. Speak English? No. Parlato italiano e говорю по-русски. Italiano, italiano. Почему в Италии? Как там? Потому что в Италии. Вот, знаете, на такой вопрос только один ответ. Потому что. Скучаете? Ну, есть немного, да. Откуда вы? За общением вот, на русском языке, да, немного скучаем. А там работаете, да, в Италии, чисто как на... Я здесь живу. Ну, типа полностью переехали или на заработках? Ну, понимаешь, что такое полностью переехали? Конечно, переехали полностью. Я полностью переехал. Руки, ноги, все переехало. А откуда именно переехали? В Молдавии. А, близко соседи. А чё? А вы откуда, если мы соседи? Это где-то Одесская область, нет? Не, ну, Украина. Ну, Украина как бы. А, ну в этом плане, в плане геополитические соседи. Да. Да, соседи. И браты по несчастью. Есть такое. Это правильно. Сказано. А что вы там делаете в Италии? Ну, чем занимаетесь? Ну, это как бы такой вопрос, знаешь. Я не очень люблю о своих личных делах. А вы мне лучше расскажите, что вы... Ну, скажем так, я работаю домохозяйкой. Сижу дома. Нормально. Неплохо. У мужа на шее. А муж итальянец? Нет. Тоже молдаван. Так а муж тянет и себя, и вас. Кем муж работает? Он работает в фармацевтической компании. А, нормально. Парафармация. Ну, фармацевтика это прибыльно. Согласна. Особенно вот эта вот парафармация, это типа биодобавки, знаешь, вот эти вот все вот эти вот штучки. Сейчас Европа очень увлечена этими всякими пилюльками. Угу. Которые основаны на эффекте плацебо. Которые якобы продлевают молодость. А почему возникла идея уехать именно в Италию? Ну, именно в Италию у меня возникла идея, потому что здесь уже был муж, как бы он раньше уехал, поэтому у меня выбора не было, куда ехать. А почему возникла идея уехать? Ну, как вам сказать? Я из Молдавии, да, я же сказала. Не, я понимаю, я имею в виду, почему, ну, мужа пригласили именно в Италию, да? Ну, это было очень давно, да. У вас, кстати, если я не ошибаюсь, мне так кажется, ну, если у вас не линзы в глазах, то у вас глаза под цвет подушки подходят. Под цвет чего? Подушки, которая сзади за вами. А, это кресло, да, подходит. Нет, не линзы, это так случилось. Четко. Комплименты. Спасибо, я поняла, спасибо. Скажите, а в Италии в каком городе живете? Неаполь. Прикольно. Хотя я не особо шарю, что там Неаполь. Что-то... Пицца, да. Пицца и все. Италия – это пицца. Милан. Кстати, именно в Неаполе настоящая пицца. Вот именно та, которая сразу была. Которая ценится, которая самая вкусная. Правда, это очень вкусная пицца. Ну, это ж родина, типа, да, пиццы в Италии. Ну, как бы да, считается, да. Хорошо, вот есть действительно какое-то отличие между пиццей, условно, у нас вас, ну, и в Италии? Огромное. То есть, да. Ну, а на чем она основывается? Я, вы знаете, может быть, дело все в самом тесте, но, скорее всего, именно в процессе вот приготовления у них какой-то особый. Плюс, во-первых, настоящая пицца, они запекаются в таких больших печках, настоящих. Да. Помните, как русские печки вот такие были раньше? Вот у бабушки, может, в деревнях видели. Именно такое, когда вот ставишь на такой вот, они ставят, у них такая вот лопата, да, и вот пекают прям в печку. То есть, и вот они выпекают это прям в печке. Плюс вот эти вот начинки у них, вот эти вот помидорные пасты, всякие сыры, моцареллы, вот эти
местные, они немножко отличаются от того, какие делают у нас, поэтому именно вкус такой вот у них своеобразный, необычный. Ну и, наверное, скорее всего, здесь совершенно другая вода. Вот из-за того, что Везувий, из-за того, что вот термальные вот эти вот источники, воды, здесь именно, и мне кажется, вот тесто, когда замешиваешь на этой местной воде, оно совсем по-другому, чем вот на нашей воде. Хочется попробовать. Ну, короче, если... Кажется, по-моему, так, но она правда отличается, вот по вкусу она отличается от нашей. Хорошо, а что скажете о таком другом итальянском блюде, как паста? Действительно ли оно такое вкусное? Понимаете, паста это как по-нашему говорят, да, вот мы понимаем паста как соус, а макароны это макароны. Здравствуйте, у вас там много. Нас четыре. И вот эти, это паста, то, что чем они смазывают макароны, потому что у них макароны называются макароны, так и называются макароны. А паста это то, что вот они делают вот подливку для макаронов, вот это паста называется. И они делают из много-много разных ингредиентов. У них даже из травы делают, из базилика, из еще чего-то. И вот это называется паста. Но как правило, это помидоры. Помните, у нас в продаже есть томат-паста? Вот это и есть паста, которую они делают как подливку для помидор. То есть они берут варят макароны. Вот эту вот томат-пасту купите, разогрейте ее на сковородке и полейте макароны. Вот это и будет паста ихняя. Вот макароны с пастой, да? Хорошо, а вот если мы завели речь о таком понятии, как кухня, какая вам кухня все-таки ближе, итальянская или наша? Кухня? Да. Кое-что местное мне нравится, того, чего у нас нет, да? И кое-что наше, чего здесь нет. Ну, то есть я вот так вот все-таки борщ я ем наш. Они здесь борщи не едят, а я так и продолжаю есть борщ, я его варю, с удовольствием у меня все едят. А они его вообще не едят. А я не могу кушать ихние макароны с фасолью. У них вот эта вот паста фаджоли, вот они из фасоли делают пасту, понимаешь? Вот, и поливают это все макароны, и вот с фасолью вот это я есть вообще ихние не могу. Я не представляю, как они это едят. А в остальном все. У них очень вкусная выпечка, вот сладости, всякие вот булочки. Вот это все у них очень вкусное. Еда вкусная. У них нету того, чего... У них нет гречки, они ее не едят. А для меня гречка это основной, ну, основной, как бы, да, гарнир. Вот. Я макароны не могу есть столько, сколько едят они. Они их едят каждый день. Я не могу это есть каждый день. В общем, все отличие как бы кухни. Ну и очень много у них именно морепродуктов входит в кухню. Ну, поскольку близко море, поэтому это логично. А остальное все, в общем, такое же, как и у нас. Четко. А в многих ли городах Италии вы вообще были? Ну, я вот в Неаполе, да, живу, и вокруг, вот то, что есть вокруг, Сорренто, Помпеи, Салерно, Капри, Иския, ну это не города, это острова, ну вот я там была, Иския, потом Касерта, ну вот все, до Рима, и в Риме включительно я была. То есть я была именно не просто, а долгое время, ну то есть 3-5 дней, да, там все. А дальше Рима, вот туда Венеция, Флоренция, туда я еще там не была, Милан, туда я еще не... Я просто проезжала мимо, а вот именно там еще пока не было, не доехала. Вы уже долго проживаете в Италии? Я не очень долго. Ну, итальянский выучили язык. На уровне такого бытового общения. Угу. То есть, как бы в совершенстве я его не знаю. Хорошо, а вот дома, ну, сможем вы говорить на итальянском? Нет, или по-русски, конечно. Угу. Ну, допустим, но как вы сами думаете, через там, допустим, года 2-3 вы уже будете хорошо на итальянском разговаривать, так сказать? Бегло? Я тебе скажу так, вот что нужно для изучения языка, это погружение, полностью погружение в среду, то есть тебе вообще не надо ни смотреть телевизор, ни читать, ничего, знаешь, то есть уходить полностью в итальянское общество, чтобы вокруг тебя были только одни итальянцы, вот тогда ты выучишь за 5 лет, выучишь его более-менее сносно. А если у тебя есть какое-то русское общение, если у тебя есть какие-то, вот интернет тем более, да, сейчас вот можно общаться по интернету. Но на самом деле выучить язык, хорошо выучить, так, чтобы это было
чтобы он у тебя был на хорошем уровне. Чем ты старше становишься, тем дольше тебе нужен период. Вот если ваш возраст это 3 года, да, ну, вот, полностью погружение, и 3 года, и вы говорите на языке. А чем старше будешь становиться, тем это 5, 10, 15 лет, это все больше и больше и больше времени нужно. Ну, а поначалу у вас возникали какие-то трудности в общении? У меня сейчас возникают трудности. Они иногда... Вот, допустим, ты еще тут очень важно. Ты учишь итальянский, а выходишь на улицу, они говорят на своем наречии. Здесь каждый регион на своем наречии говорит. А они говорят на неаполитанском, и ты ничего не понимаешь. Жесть. То есть они вроде говорят на итальянском, но слова, они так как-то их перековеркивают, у них какие-то свои, вот, ну, свои, да, акценты, что ты не понимаешь, о чем они говорят. Ну, так, как и у нас. Ну, да, в общем. И еще они начинают очень быстро, когда говорить, они очень быстро говорят. Это тоже, ты теряешь одно-два слова, и ты уже все, дальше тебе уже, знаешь, как бы, ну, не понимаешь. То есть трудности постоянно будут возникать и дальше. И плюс еще есть у них очень много, знаете, таких идиом, которые встроены в речь. Ну, да. Вот, допустим, вот у нас тоже же есть много таких слов, когда... Ты говоришь что-то, но это не означает то, что именно ты какую-то цитату, да, из какого-то фильма, или там какой-то, ну, вот какие-то вот такие вот вещи, там, из пословиц каких-то, или еще из чего-то, они встроены в нашу речь, да, и мы это понимаем, поскольку мы это с детства где-то слышали, где-то смотрели фильм, где-то кто-то это сам, и у нас это все в голове уже встроено. У них тоже очень много таких вещей есть, которые вот он говорит, но ты дословно переводишь и не понимаешь, о чем он говорит. Вот тоже такое бывает. Вот. Но, как правило, итальянцы, когда с тобой общаются, они знают, что ты не итальянка, поэтому говорят с тобой очень медленно. Знаешь, как с дебилом. Знаешь, как с ребенком. Вот так вот. Но это не все, им это неудобно, поэтому у тебя, в общем-то, итальянских друзей быть особо не может. Потому что, ну, не каждый может себе так вот, знаешь, долго общаться, как с дебилом. Понимаешь? Ну, то есть ему хочется общаться с кем-то на равных. Поэтому очень сложно здесь именно встроиться в... именно с итальянцами найти, стать дружеские или еще какие-то отношения, вот это сложно. Хорошо, расскажите, пожалуйста, а вы где-то работали до этого у себя дома на родине, и сложно ли было переехать? Мне не было сложно, поскольку у меня есть европейский паспорт. А, ну да. Я имею в виду трудности в плане там, ну не знаю, все-таки дома у вас, ну, больше знакомых людей, я имею в виду, ну, вот в этом плане. А я тебе, знаешь, что скажу? Я тебе скажу тоже, что будет у вас на Украине, что вас ждет. У вас скоро, вот, ты понимаешь, у меня дома уже никого не осталось. Все мои друзья, все разъехались. Угу. Уже кто где устроился, кто куда уехал. Вот, я помню, был такой период, когда у нас была компания, вот, школьная, да, там, институтская моя, вот, и вся, и вокруг меня все были знакомые, да, все какая-то моя, мой круг общения. Потом начали постепенно, вот чем хуже становилась жизнь в стране, тем вот один, второй, пятый, десятый, вот так вот откалывались, все разлетались кто куда, и ты в итоге понимаешь, что ты остаешься один. И, в общем-то, и уже понимаешь, что и тебе надо куда-то ехать, потому что здесь невыносимо и тяжело очень материально выживать. Особенно, когда уже заводишь семью, дети, да, и нужно все это обеспечивать, когда уже... И родители старыми становятся, которым нужно помогать. И в итоге все равно человека, экономическая ситуация все равно человека выдавливает из страны. Знаешь, на поиски куда-то более лучше жить. Вот. А можно теперь я вопрос вам задам? Да, вы так много мне позадавали. Конечно. Мне интересно вот по поводу Украины. Вот вы молодые, я так понимаю, ну вы еще учитесь, да, в каком-то колледже или где-нибудь? В университете все. Вот вы заканчиваете, да? Какие у вас перспективы? Ну, на самом деле, я вам так скажу, что образование у нас мало что дает, и большую роль играет именно саморазвитие наше непосредственно. И вот, ну, например, я через... Сейчас, секунду, чтобы вы меня видели. Вот я непосредственно заканчиваю университет через 1.5 года, и я понимаю, что ровным счетом мне мое образование ничего не даст. И вот непосредственно сейчас я учу программирование, вот мой друг сидит по центру, он тоже учит программирование, он уже, по сути, закончил колледж, и, ну, он решил, ну, он, по сути, выучился на электрика, правильно? Да, ну, типа, я закончил 3-й курс университета электрика и решил, что я попробовал работать, поискал работу, все слишком сложно, и я просто понял, что, ну,
электриком это точно без вариантов, ну, не получится, не зайдет. А начал учить программирование. Вот. Весь четвертый курс сейчас учит программирование. Я согласна, ребята. Это, конечно, перспективная отрасль, но вы понимаете, что она тоже не резиновая. То есть IT, ну, вот да, эта вся отрасль. Да. Понятно, что через 10 лет рынок может переполниться условно. Но... Я так думаю, что он уже переполнен, поскольку... Это, понимаешь, почему туда люди так много требовалось? Потому что это был новый рынок. Да, в связи с интернетом и развитием вот этих технологий, это был новый рынок, куда требовались специалисты. И вот их туда уже понапихалось, как говорится, да, и вот дальше уже пойдет конкуренция. Во-первых, будут уменьшаться зарплаты, потому что почему такие большие зарплаты у них были? Потому что их было мало. Но понимаете, все равно, как бы там ни было, вот у меня есть знакомые друзья, я как бы, ну, вот этом обществе программистов, ну, постоянно в кругу программистов, и как бы там ни было, они работают на зарубежной компании, то есть не на украинской компании, а на зарубежной. Это естественно. Но это такая, знаете, отрасль как бы мировая, это не важно, где ты работаешь, потому что как и интернет, это мировая паутина, так и вот эти специалисты, которые обслуживают эту паутину, они тоже как бы, ну, мирового уровня, все равно, где ты работаешь. Но я же говорю, что рынок все-таки уже будет переполнен через какое-то время, понимаете? И как и все новое производство, как и весь новый рынок, он будет уменьшать зарплаты, поскольку это все-таки капитализм. Никто не будет платить больше, если можно нанять кого-то за меньше, понимаете? Ладно, понимаете, но вот если вы действительно хороший специалист, если вы действительно квалифицированный специалист, и вы что-то знаете, то, скорее всего, что вы будете нужны вашему работодателю, и вот именно вот это, ну, как сказать, хотение быть лучше остальных, ну, вот и должно двигать каждым из нас. Это я согласна, это в любой профессии, в принципе, в любой профессии, если ты действительно выскочишь куда-то на голову выше, да, ты можешь стать более оплачиваемым, но это же все лотерея, понимаешь? В электрику вернуться я всегда успею, это точно. Типа... Да, а можешь и не успеть, поскольку там же тоже места займут. Ладно, это первый был вопрос, это я поняла. Второй вопрос. Видите ли вы себя у себя в стране? Связываете ли вы со своей страной? Или вы все-таки на лыжах? Ну вот лично хотелось я, бы. Лично я однозначно да. Остаешься в Украине, да? Я в любой момент могу уехать. Типа, если что-то прижмет, если что-то надо будет где-то выгоднее, я уеду. Ну вы пока еще не знаете, как прижмет, поскольку вы все-таки, я так понимаю, все-таки на родительском обеспечении сейчас. Да, не понимаете, что такое заработать, как пойдет у вас. Ну, поэтому я и спрашиваю. Все равно, как бы там ни было, вот я первый-второй курс вот лета, когда я непосредственно уже не учился, я сам обеспечивал себя, и я понимаю, что, ну, я понимаю, как зарабатывается деньги. Ну, себя обеспечивать – это одно, представь, семья, дети. Ну, я понимаю. А потом родители постареют, их тоже надо будет обеспечить. Не, ну все сложно. Вот так вот, если бы сейчас идти работать после университета, типа без опыта работы, ты такой новичок, ну, максимум, что ты можешь рассчитывать в Киеве, я думаю, ну, если вкалывать нормально, ну, можно 20 тысяч заработать гривен. Ну, это сложно. Скорее всего, 15. Да. Ну, можно 15. Ну, и третий вопрос. Все равно родители помогают. Да. Я же говорю, а родители тоже, они же не вечные, вы же это понимаете. Будет какой-то момент, когда они просто физически уже не смогут вас обеспечивать. Если они уходят на пенсию, то вы понимаете, что на ту пенсию ваши родители просто не выживут. То есть вам придется их обеспечивать, чтобы они просто не умерли с голоду. Да, это да. Придется на себя брать, однозначно придется. Вот. И третий вопрос. Как вы видите вообще перспективу развития своей страны? Что, какие, куда, чего? Ну вот понимаете, сколько людей, столько и мнений относительно вот политики непосредственно. Отлично. Я не про политику, я про экономику, потому что все-таки политика – это концентрированная суть экономики, да? Политика будет идти за экономикой всегда. Да. Ну что, Зеленский говорит, продадим землю немного там, да, заработаем, отдадим долги, начнем поднимать экономику. Ну как-то так, а мы-то что видим? Мы ничего не видим, мы только слышим, что они говорят. А за счет чего? А, то есть? За счет, типа, какого производства? У нас, по сути, ничего нет. Ну, понятно, что да. У нас, типа, наши земли продадут, что-то здесь, ну, чтобы долги отдать, а остальное, что у нас есть, это только аграрное производство и все. Да. Вы слышали такое понятие «банановая республика»? Понимаете, что? Я только слышал о таком аквапарке в Крыму. Ну, вот «банановая республика» — это такое понятие, когда вот страна,
ну, кроме одного продукта, больше ничего не производят. И все держится вокруг этого продукта. Как правило, это нищие, неразвитые очень страны, ну, вот африканские, да, какие-то. И вот, ну, например, я про свою Молдавию скажу, да. Нашу, в принципе, очень развитую республику в свое время. Там было и производство у нас. И, ну, в общем, она была довольно... Вот, превратили уже в ореховую республику. То есть, понимаешь, у нас, в принципе, что востребовано на Запад из нашей страны, это только орехи. Mm-hmm. Вот. Они, да, идут сюда. И больше ничего. Здесь, на этом рынке, в Европе, больше ничего не нужно от нас. Понимаешь, страна только тогда имеет перспективу развития, когда у нее есть рынок. Понимаешь, если есть рынок, если есть куда продавать, то производство строится мгновенно. Сейчас технологии такие, что заводы тебе такие заводы настроят и всего-всего. Рынок. Вот где вы возьмете рынок? Вот это важно для страны. Пока что у нас еще немного держится на этом, на сырье, типа производства. У нас сельскохозяйственные культуры. Это... А рынок? Где вы возьмете для своих культур рынок? Ну, Европа? Да. Что вы сюда привезете? Кроме зерна, а ваша республика, знаете, какая будет? Если Молдавия это ореховая республика, то Украина, знаете, какая республика? Дерево может быть хлебное. Хлебное. Зерновая. Да. Зерновая, да. Не, ну так это сельское хозяйство. Ну, это зерно, это один продукт, это копейка, да. Это капля в море. Да. Тем более зерно, оно же недорогое, по сути. Ну ты и делаешь-то. Что вы нам посоветуете уезжать отсюда сейчас? Да, как можно быстрее. Не теряйте время. Правда, ребят. Вот искренне сейчас вам говорю. Хорошо. Ну, вот смотрите, вот, например, мы уедем, все уезжают из страны. Непосредственно... Вы должны, ребята, понять, что вашу страну сейчас просто тупо грабят. Понимаешь? И пока ее, пока не увидят дно, от вас не отсосутся. Вот так же, как это было с Молдавией. Вот будут запихивать кредиты, понимаешь, в вас пихать. Причем, поверьте мне, что те кредиты, которые подписывают, да, что типа взяли, что даже третьи не заходят в страну, понимаете? Это просто тупо разгребли. МВФ и прочее, это, ну грабеж. Это просто грабеж, понимаете? Самый натуральный. И вот пока запихнут вот так вот, как индейку нафаршируют кредитами, понимаешь? А потом отстанут. Потом скажут, идите где-то зарабатывать, и вы будете, и у вас будет повышать. А где деньги брать? Естественно, с людей. Будут повышать налоги, будут повышать там проезд, коммуналку. Все это будет повышаться. И вы будете всегда зарабатывать, но жить, вот сколько зарабатывать, столько и отдавать. Да. У вас ничего оставаться не будет. Никогда. А у нас уже дошло в Молдавии до того, что у нас пенсия была меньше, чем коммуналка. Вы представляете такое? То есть пенсионеру надо было еще где-то взять деньги, чтобы отдать государству. Сейчас такое есть? Рассчитать. А? Сейчас такое есть? И сейчас такое есть. А... И у вас такое есть. И если еще нет, то вот-вот будет. Ну да, по сути уже. Да. По сути уже. Но все равно, знаете, как бы там ни было, вот мы люди молодые, мы все еще во что-то верим. Но лично я. Я нет. Ребят, не тешьте себя. Я тоже очень долго верил, правда. Но знаете что, у меня возраст повышался, я поняла, что у меня шансов переехать навсегда все меньше, да, устроиться где-то и где-то встроиться в другое государство у меня все меньше. Понимаете? И когда я уже поняла, когда до меня уже дошло, что ничего не будет в этой стране, что никогда ничего не будет, я уже была в таком возрасте, когда уже сложно именно начинать с нуля в новой стране, понимаете? Хотя я тоже уехала, да, но это уже все равно не то. Ну, да, как бы я уже никогда не буду с ними здесь на уровне, я никогда их не догоню. А вам, вот пока вы молодые, вы догоните. Хорошо, можно еще вопросы? Вот смотреть? Совет, вот искренний совет вам как материнский, потому что у меня дети-то старше вас. Спасибо. А дети ваши где? Пока в Молдавии. Один уехал в Россию, уже там устроился именно так, знаешь, конкретно. А второй пока еще остался в Молдавии. Но тоже не все очень. Он у меня такой же, вот как тот парень, который говорит, я надеюсь. Вот он у меня тоже так надеется. А он учился, да? Все. Закончил институт, он работал в институте преподавателем. Ого.
Хорошо, можно еще вопрос? Вот он несколько политический. Вот смотрите, вы жили в Молдавии. Как у вас освещают вот ситуацию в нашей стране? В Молдавии? Ну, так же, как и везде. Смотря какие СМИ. Если эти СМИ, которые работают за гранды, то они освещают так же, как европейские. Вот. Если это какие-то независимые более-менее СМИ, они более-менее объективно освещают. Но я не, мне не нужно... Ой, куда сорвалось, блин.